12 сентября атмосфера в Десногорске царила совсем не торжественная. Немноголюдные улицы, скромное оформление, запрет на проведение массовых мероприятий. Тем не менее, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, День города 2020 состоялся. Десногорск отметил свой 46-й день рождения. Из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этом году пришлось отказаться от традиционного парада и шествия трудовых коллективов города. Не было в этот раз и концертов с приглашенными знаменитостями, мероприятий в парках и других развлечений с большим скоплением людей. Под вопросом был даже салют. Тем не менее, без праздника десногорцы не остались. Как и в прошлом году, на Аллее Славы возле администрации состоялось ежегодное обновление «Доски почета». В летопись трудовой славы Десногорска занесены еще 12 имен. Все они заслуженные работники организации города. Педагоги и медики Десногорска были награждены благодарственными письмами от губернатора Смоленской области Алексея Островского. Пандемия коронавируса показала, насколько значим их труд. Сегодня мы будем чествовать наших уважаемых работников различных профессий, потому что все вы в целом вкладываете свою энергию в экономику нашего города, нашей родной Смоленщины. Поэтому у вас всех с праздником, дорогие друзья. Неоценимый вклад в жизнь города вносим мы все. Все те, кто любят наш замечательный город, жемчужину Смоленской области. С праздником вас всех. Здоровья, счастья. Ну и, конечно, чтобы наш город процветал, в дальнейшем только улучшался нашими с вами стараниями. А на спортивной площадке 4-го микрорайона состоялся турнир по баскетболу среди мужских команд на призы Смоленской атомной станции. Соревнования были посвящены 75-летию атомной промышленности. Хочется поздравить с Днем города, жителей Десногорска. Успехов и процветания нашему городу. Занимайтесь баскетболом, занимайтесь спортом, любите спорт. И ждем вас на наших турнирах. Кульминацией праздника стал великолепный салют. По признанию десногорцев, именно он впечатлил их больше всего в усеченный день города. Если честно, давно не было такого салюта. Сегодня вообще просто шикарно. Всем очень понравилось, особенно моему ребенку. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.